мать моя, женщина уже что-то. Как хорошо-то. Тёмка, а сыграй на баяне, а? Тёма, а я? Я по-узбекски спою. Тёмная ночь, а ты пуля застрял в радар. Другой пуля всю эту ночь. Идёшь, а давай нашу, про китайцев. Жили-были три китайца. Я цитат, мне Тёмочка. Мне надо подготовиться духовно. А давай сначала танцы, а? Цыганочку себе пряночку давай. А Лобариса на Пугачёва давай. Закрыл это кругом белым!
тіні. Закрий лета! Кругом білим! Мені вимує ближче. Я маку. Поприся від Даши. Качаем. А то Володя скоро придет. Блин, Толстой, да замолчи ты, а! Тёма, да вот еще что. Богатая я, но больная. Жить осталось 3 года, и, по-моему, 28 лет абсолютно нереализованные. Слышь, Лилёк, я больная. Вдарю. Дело в том, Тимофей Владимирович, что у меня в сердце инфекция. Я на Алтай ездила на проверку. Туда все богатые едут. Тёма, там богатых море. И тут они все по тайге на верблюдах Далай-Ламе, а поворачивают к малой даме. Далай-Лама взглянул на меня, вздохнул тяжко. И сказал, что базара нет, госпожа Зинькова, жить осталось вам 3 года. Я и давай готовиться. Ой, как хорошо. Ой, скорее всего, объездила. У меня квартира в центре 5-комнатная. Потолки 5 метров. Или 8. 3 квартиры расселила, 1 сделала. Неудобная, зараза, но большая. Кричу. Миша! Миша! А он не слышит! Ну это так, приходящий один. Ну что, Тёма, пьём? Про Корякиных слышал? Все померли. 5 человек. Главное, по дурости. Не пьяная она была, а просто, чтобы тепло им было закрыло, понимаешь? Для них, для детишек, теплее. Маленькие такие были, бедные. Детишки, зачем они жили? Вот. Никто не живет. Подождите. А эта цветочная фабрика цветы крутит, а эти мрут, как мухи, тонут, угорают, вешаются. Она цветы крутит и деньгу подсчитывает. Зачем нам клубы? Нам Лилёк накрутит, так? Так, молчать, доктор Могила. Так вот, Тёма, устала я от Бриджа. Говорила уже 100 раз. Кто-то что-то сказал или мне послышалось? Да. Послышалось. О, огурцы дайте, а то пьяные станете. Мы и сами закатывали, да. Закатывалка. Суть юмора в чем? У них бункер по гребинам забит по самой заговля. По помойкам пойдут и шейки с говна каку выбирают. Банок насоберут, накрутят, навалят. А потом что подкиснет? На рынке торгуют. Да ваши огурцы, крестьянские закуски, в Европе давно не едят.